Четвертый бизнес-форум «Восточного партнерства» открывается сегодня в Таллине. Он соберет более 400 участников из стран Евросоюза, а также Беларуси, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины. В программе пленарное обсуждение и двусторонние встречи. Ключевая тема – развитие трансграничных экономических отношений. Обсуждать будут электронное правительство и цифровую экономику. Форум пройдет в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС. Торгово-экономический, инвестиционный, культурный и туристический потенциал Могилевской области представили накануне в Москве. Возможности региона участники обсудили в ходе дискуссии, также прошли презентации крупнейших компаний. В завершение – дегустации и музыкальная программа с выступлением лучших коллективов и исполнителей Могилевской области. Добавлю, ранее уже прошли презентации 5 остальных областей Беларуси и Минска. Выпавший снег не повлиял на работу национального аэропорта Минск. Все рейсы выполняются по расписанию. Воздушная гавань работает в штатном режиме. Задержек вылетов и прилетов нет. В связи с непогодой в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Мокрый снег утром сменил дождь, который будет с перерывами идти в течение дня по всей территории республики. Не обойдется и без порывистого ветра. На востоке страны на отдельных дорогах гололедица. Природные аномалии продолжаются. Последний снег в Беларуси выпадал в мае. Перерыв был недолгим, всего 5 месяцев.